сегодня мы приехали пчелок удалять. О, даже fire alarm. Прикольно. Заезжаем. Домик у нас вот такой. Красиво. Сегодня у нас на крыше. Пчелки достаточно агрессивные. Ну, дом же, все. Вот они. Сейчас просверлил дырочку. И сейчас мы будем их осматривать приборчиком вот этим. И посмотрим, что будет дальше. Интересно сейчас будет. Смотрим. И там прям... Давай, двигайся, двигайся, малышка. Все в меду. Сейчас я покажу, что происходит. Как бы здесь приноровиться. И сейчас мы туда прям. И покажем, что у нас здесь происходит. Тяжело снимать. И так. Камера, мотор. Это мед. Прям вообще мед здесь. Ну что, вот наши девочки. Какие большие здесь. Шум какой. Еще наверх, скорее всего, пойдет сюда. Ну что, сейчас будем пилить дальше. Потому что вскрыл, ну, прилично, так что сейчас будем уже вытаскивать. Работка сделана. Сейчас покажу, что получилось. Полностью все здесь вычистил, обработал и поставил коробочку с расплодом внутри. И все, в течение там нескольких дней они туда заселятся. Я приеду, заберу коробку с пчелками и переселим их на ферму. Все, погнал я вниз.